Добрый день, мои дорогие друзья, либо доброе утро, доброе время суток. Вот хочу показать вам вот такое творение, которое я сделала. Это подсвечник. Все люблю делать своими руками. Работаю с камнями, работаю с бисером, работаю с пайетками. Была обычная досочка такая, да, с тремя отверстиями. Я сделала из этого вот такой подсвечник. Вот такие камни. Бисер. Это очень красиво. Во-первых, камень это очень благотворно. Это он впитывает очень много такой позитивной энергии. Всего лишь камни. Вот такие камешки. И вуаля, вот такое чудо. Даже если вот одну свечку зажечь. Вот я уже ее зажигала. Вот эту вот крайнюю. В серединочку, вернее. Идет вот такой шикарный, красивый, мягкий свет. Посмотрите, какое же чудо, какой отсвет идет от огня на камне. Очень красиво. Очень красиво. Простые камни, еще раз показываю. Простые камни. Но из них можно сделать великое чудо. Великое чудо. Дочь, правда, мне сказала, что это похоже на торт. Я думаю, что это больше похоже на пирожное, но это всего лишь шутка. Я думаю, что это очень красиво, что это прекрасно, и особенно то, что это эксклюзивно, такого ни у кого нет, есть только, будет только у меня. Ну и, соответственно, может быть, еще у кого-то, кто, может быть, такой тоже может сделать. Вот такое мое творение. Спасибо вам за внимание, мои дорогие. Мне лично очень нравится, и я думаю, это мне долго прослужит. Я делаю очень много всяких поделок, я делаю подсвечники, делаю волшебные бутылочки. Делаю много всего интересного, магического, завораживающего, и то, что действительно работает, то, что красиво, и то, что приносит удовольствие и пользу. Всего доброго, мои дорогие, всем, кто посмотрел, вот такое мое творение я вам показала. Удачи вам всем!